Как с утра хорошо себя чувствует. Я никогда никому... Многие знают, судя по некоторым. Вот здесь 7 чакр. Чакры – это вихри. Чакры – это крутое слово. По-русски это вихри. И это значит, что энергии крутятся вот так. Нижняя энергия красного цвета. Как ее поднять? Эти вихри, они у человека, замученного суетой в погоне за бабками, они вялые. Их надо раскручивать. И тогда дольше себя хорошо чувствуешь. Дольше, в смысле, можно прожить дольше, намного. Что это значит? Берете вот так руки к солнцу. Вот, молодец, иди сюда. Иди сюда. А теперь сначала посмотри. Ты сутулый, ты очень часто над ноутбуком торчишь. Вот. А? И вот теперь отойди, чтобы мне не мешать потом. Потом, да. А вы этим занимаетесь? Ну, не да. И вот крутиться, только как я, долго не надо. И начинаете крутиться, стоя на часах по часовой. И вы раскручиваете вихри свои. И вот эти вихри вас на целый день заряжают. Вот что интересно. И это потерянный древнейший ведический секрет. Показываю. Многие говорят, у меня вестибулярный аппарат не работает. Чушь. Чакры не раскручены, вихри. И начинаете вот так вот крутиться. И убыстряетесь. И потом хоп, и встал. И ничего, видите, меня не шатает. Я могу до 150 раз, но это лишнее. И вот если я перед концертом чувствую себя вяло, я вот так покручусь, и потом концерт идет очень энергично. Идете на какую-то, на свиданку мужик идет, покрутись. Не пей. Сила будет настоящая.